Друзья, приветствую на новом видео. Как всегда, у микрофона Док Браун, и я сегодня расскажу вам кое-что интересное. Я точно знаю, что на канале очень много любителей Terra Online, и после закрытия всех официальных серверов в комментариях частенько появлялись люди, которые писали что-то на манер, мол, вот бы кто-то запустил сервер с классической Террой. Так вот, друзья, вас услышали, и такой сервер наконец-то появился. И сейчас я расскажу вам все, что необходимо знать о данном сервере, о его особенностях и о том, стоит ли туда идти играть. Но сначала хочу напомнить всем зрителям, что очень важно поддержать видео своим лайком, ну и, конечно же, подписаться на канал, если вы тут впервые. Мы тут идем к отметке в 100 тысяч подписчиков, так что давайте сделаем это как можно быстрее. Как вы уже поняли, классическая версия Terra Online вернулась, и теперь все желающие могут вновь окунуться в ту самую Terra, которая была в 2015 году на момент запуска Руофа, причем в своей лучшей вариации. А все потому, что игра снова обрела хардкорность. Опыт за прокачку больше не льется рекой, и теперь, чтобы повысить уровень, вам нужно будет заморочиться и выбрать, будете ли вы делать квесты, или же пойдете громить монстров, или засядете в данжах, ну а может быть, пойдете на арены. Благодаря хардкорной прокачке игра обретает смысл не только на хай-энд контенте, а уже с первого уровня. Да, кстати, монстры на локациях и в данжах тоже перестали быть слабаками и теперь больше не мрут с одного вашего тычка. Ну а бамы так и вовсе могут вас похоронить, так что будьте готовы к сложностям. Ну и самое главное, будьте осторожны, так как на сервере открытое PvP. Вы, конечно, всегда можете перепрыгнуть на другой канал сервера, чтобы не сталкиваться с ПКшниками, но все равно помните о том, что они тут есть. В общем, если вам уже не терпится тряхнуть стариной и ворваться в игру, то ссылочку на сервер, который, кстати, называется Акерон, я оставлю в описании. Ах да, чуть не забыл. Регистрируясь по ссылке в описании и вводя промокод, вы будете получать плюшки за каждые 10 уровней прокачки. В общем, начинайте скачивать, а я пока что более подробно расскажу вам о сервере. Многие начинали играть в Terra в разные периоды времени, и выходит так, что каждый понимает классику по-своему. Поэтому давайте я вам подробно расскажу, что именно ждет вас на Акероне. Первое, на что стоит обратить внимание, это ассортимент игровых классов. Тут представлены только классические варианты, а из новых есть только Жнец. И то его добавили по той причине, что администрации удалось вручную нормально его сбалансировать. Далее не могу не порадовать многих тем фактом, что прокачка персонажа начинается тут на излюбленном многими острове Зари. Еще из классических особенностей стоит отметить наличие костров и чармов с бафами, они тоже тут есть. Также осталась старая система заточки с алкогестами разных уровней. Да, кстати, учитывая версию клиента, в игре снова актуален сбор ресурсов и прокачка крафта. А главное, на этом снова можно неплохо зарабатывать голду, так что рекомендую. Ну а еще на сервере есть старое доброе кумашествие, альянсы и локации альянсов, а также нексусы. Короче говоря, все, за что мы любили Терру, на месте и отлично работает. Я думаю, все, что было описано выше, уже должно выдавить скупую слезу из олдов, скучавших по классике. Но у меня есть еще чем вас порадовать, так как уникальность сервера не заканчивается только на воссоздании того, что было раньше. И админы реализовали дополнительно массу всяких уникальных особенностей. Например, на сервере были пересмотрены все торговые NPC и из их ассортимента убрали то, что на самом деле никогда не было нужно. Также были переработаны арены и награда за участие в них. Подобные правки коснулись и многих данжей, так что они теперь актуальны и их регулярно фармят игроки. Ну и, пожалуй, одна из самых классных плюшек сервера – это уникальный NPC Бьяко. Выполняя квесты этой линки, вы будете получать донат-валюту. То есть, по факту, все, что есть в донат-магазине, а это масса крутых внешек, пэтов и прочих других плюшек,
Все это можно получить игровым путем. Согласитесь, что это круто, правда ведь? Многие волнуются, а не будет ли застоя на классике. Другие же переживают, а не начнут ли ставить позже новые патчи, которые в свое время полностью убили Терру на официальных серверах. Поэтому спешу вас успокоить. Во-первых, сервер Акерон навсегда останется классическим, со всеми любимыми многими активностями и особенностями, присущими классике. Во-вторых, сервер будет обновляться в дальнейшем, при этом не отходя от классики. Администрация сервера обладает всеми инструментами для расширения имеющегося контента в виде данжей, итемов и разных активностей, так что никакого застоя не будет. В-третьих, думаю, стоит сказать, что новые классы, которые в свое время сломали весь игровой баланс, добавляться не будут. Под вопросом только инженер, и то при условии, что администрация сможет его вручную сбалансировать. Ну и в-четвертых, ивенты. На сервере будут проводиться как стандартные, так и новые, абсолютно уникальные, с собственной квестовой линией и достойными плюшками. А значит, скучать на сервере не придется. Учитывая все описанное выше, могу сказать только одно. Я играю на этом сервере с удовольствием и каждый раз заходя в игру, как будто возвращаюсь в свой 2015 год, когда только-только появился РУОВ. Все активности работают отлично, подбор на мероприятия происходит без проблем, ну а еще невероятно круто, что на всех локациях огромное количество игроков. Кстати говоря, пару слов об онлайне на сервере. Пиковый онлайн по вечерам уже перевалил за отметку в 3200 человек, что просто нереально круто. Если не верите, заходите в игру и сами в этом убедитесь. Ну а если уже играете на сервере, то поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Короче говоря, сервер Акерон — это просто пушка, и я могу смело его рекомендовать другим. Да, кстати, когда будете в игре, присоединяйтесь к нашей гильдии. На данный момент у нас идет набор в третий состав, так что кидайте заявки, всех примем. Напоминаю, что ссылка на сервер есть в описании. Все, кто зарегистрируется и введет промокод, будут получать плюшки за каждые 10 уровней прокачки. Главное, не забывайте забирать их в личном кабинете на сайте. Ну а я на этом буду закругляться. Спасибо всем, кто поддерживает канал своими лайками и комментариями. Отдельное спасибо всем спонсорам канала, которые присылают донаты. И, конечно же, огромнейшая благодарность топ-покровителям канала. Ребята, только благодаря вам я могу и дальше продолжать радовать вас новыми видео. Друзья, если вы тоже хотите поддержать канал и попасть в следующий ролик, то сообщаю, что теперь на канале можно оформить спонсорскую подписку, нажав на кнопку «Спонсировать». Все, кто так сделают, получат ряд классных плюшек на канале, включая доступ к уникальным эмодзи и крутые значки рядом с вашим ником в чате. И еще другие бонусы. На этом на сегодня все, так что буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Если остались вопросы по Терре или по серверу, задавайте их в комментариях, я постараюсь ответить. До встречи в новых видео и, конечно же, в Терре онлайн. Пока-пока.